Одним из приоритетов властей Краснодарского края и Славянского района является забота о подрастающем поколении, его здоровье и образовании. День защиты детей – это напоминание всем взрослым о важности соблюдения детских прав. Руководство Славянского района побывало в Славянском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Международный день защиты детей отмечается в самом начале лета. Этот праздник всегда яркий и радостный. Он отражает заботу о подрастающем поколении, о его здоровье, образовании и благополучии. И на мероприятие, посвященное этому замечательному празднику, в Славянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних приехали глава Славянского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовка. Синеговский от всего сердца поздравил ребят с наступающим праздником и пожелал им всего наилучшего. У вас сегодня все подготовлено, для вас взрослые подумали, организовали станции, организовали мероприятия. У вас очень хорошая территория спортивная, даже мы сюда иногда в футбол приходим играть, просимся к вам на квартиру и спасибо, что пускаете. Поэтому, конечно же, хочу вам пожелать хорошего настроения, отдохнуть, оздоровиться, чему-то научиться, потому что все это вам пригодится во взрослой жизни. Поэтому всего вам самого доброго. Нарядные воспитанники с интересом посмотрели праздничное представление, действие которого проходило с песнями и танцами. Завершился праздник вручением сладких подарков от главы района. Ребята получили заряд отличного настроения и самые приятные впечатления.